Всем привет, подписчикам. Сейчас я хотел показать вам результаты, что получилось после перегонки сегодняшней вот этой бурдомашки. Три семерки. По запаху чем-то конфетным пахнет немножко. Вот исходная три топора этих. По крепости здесь у нас на вкус... Вот поджигаем мы. Видите, да? Горит синим пламенем. То есть крепость, ну, явно выше, чем 60 градусов. Цвет чуть-чуть закрашенный. Вот исходный был. Это сладкая бурда, вот это... Три семерки. Ну, горит синим пламенем. А перегнали-то мы, в общем-то, чуть-чуть. Это низкотемпературный способ перегонки на термосифоне с форвакуумом. Вот такой способ очень экономичный. То есть можно перегонять буквально под столом с помощью такого аппарата. Видите, да? Ну, не стопроцентная, конечно, получается. Там остатки небольшие есть. Похоже, это красители какие-то. Но крепость под 70 градусов. Вот такой простой аппарат форвакуумный, самогонный в виде термосифона. А подогрев идет всего 100 ваттами. Спасибо всем за внимание. Дерзайте, пробуйте. Такой способ перегонки. Молоко я уже показывал.